Саш, я хочу тебе сказать, что сейчас прозвучит песня о любви. Между прочим, на русском языке. Надо признать, что любить так чувственно, так странно, так страстно. Ну, вообще и странно тоже. Ну так вот, так любить не умеет никто, кроме наших русских девушек. Итак, на сцене русская, красивая, любвеобильная девушка Анастасия Чепик. Встречаем! Ну что, друзья, как настроение? Вы серьезно? Ладно, все. Друзья, ну я думаю, всем вместе нам нужно сказать, что у нас прекрасное настроение. Как ваше настроение, друзья? Вот видишь, нет, вообще ладно, не понимаю, это бесполезно. Есть одно решение. Интерактивная минутка. Согласны? Согласны! Итак. Друзья, сейчас предлагаю всем поднять руки. Всем. Вот всем, абсолютно всем. Все поднимаем руки. Так, теперь оставлю... Поднимаем руки, я же вижу. Все. Я всех вижу. Плохо, но вижу. Итак, а теперь оставляем только поднятую правую руку. Запоминаем. Она называется у нас «Оу». Запомнили? Теперь подняли левую. Она у нас будет называться «Эй». И теперь смотрите, такая игра. Я говорю «Правая». И вы все поднимаете руку и кричите «Оу!». Готовы? Готовы?
правая. Не путаемся, я вижу левые руки. Еще раз. Правая. Хоу. Громче. Правая. Хоу. Правая. Хоу. Теперь и левая. Левую подняли. Да что такое? Почему половина зала поднимает правую? Вы что? Саша, я подняла. Вот, отлично, да? Смотрим за Владой. Итак, левая рука вверху, она у нас «Хей». Левая рука «Хей». Левая рука «Хей». Левая рука «Хей». Правая рука «Хо». Левая рука «Хей». Правая рука. Левая рука. Правая рука. Вместе. «Хей». Вместе. И последний раз закрепляем. Готовы? А что смешного? Назад посмотрите. Зал не такой активный, каким хотелось бы его видеть. Ну что, еще раз? Они тебя больше слушают. Спроси еще раз. Ну что, друзья, еще раз! Отлично. И левая рука. Эй! Левая рука. Левая рука. Левая рука. Правая рука. Правая. Правая. Левая. Правая. Левая. Вместе. Эй! Молодцы! Ну и напоследок. Давайте, руки, наверное, уже устали чуть-чуть, да, от этой физкульт-минутки. Повторяем за мной. Только дружно. Сейчас будем разминать голосовые связки. О-о-о! Как-то вяленько, давайте активней. О-о-о! Теперь протяжный. Молодцы. Ну что, размялись? Саш, ну я думаю, ты как всегда задашь мне какой-нибудь вопрос. Это просто обязательно сегодня, по-моему, вечером, да? Ладно, дай подумать что-нибудь о насущном. Ты любишь пить кофе? Ну, не скажу, что люблю, но когда нужно взбодриться, балуюсь. Ну, я тебе так скажу, тебе кофе больше не потребуется, потому что следующая песня, она может заменить кофе, понимаешь, она бодрит. С утра включаешь, послушала, все, и никакого кофеина в крови. Это случайно не песня группы «Рамштайн»? Нет, ни в коем случае. Это Анастасия Борисова с песней «Bad Romance». Встретим ее бурными аплодисментами! Of your hand, hey! I want you light a static kiss in the sand. I want your love, 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 love. I want your love. You know that I want you, and you know that I need you. I want a bad, your bad romance. You my rear window, baby, you're sick. I want your love, 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 love. I want your love.
Walk, walk, fashion, baby, look at move that bitch crazy. Walk, walk, fashion, baby, look at move that bitch crazy. Walk, walk, fashion, baby, look at move that freak bitch, baby. I want your love and I want your revenge. I want your love. I don't wanna be friends. To door I move, wish you looked down with one. To door I move, I don't wanna be friends. I don't wanna be friends. I don't wanna be friends. Why'd you be romance? Why'd you be romance? I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and all your lovers' revenge. You and me could write a bad romance. Знаменитая актриса Мэрилин Монро говорила, что у женщины есть два оружия – слезы и тушь для ресниц. Саш, ну тут нужно обязательно добавить, что все это бесполезно без мужчины, против которого это оружие должно быть применено. Я уверен, что в компании следующего джентльмена женщины плачут только от счастья. Это ты сейчас про кого говоришь? Стас Михайлов? Какой Стас Михайлов, Влада? Конечно же нет. Конечно же, я скромно говорю о себе. Так что, в принципе, ты можешь идти. Ты уверен, что без меня справишься? Вообще-то нет, мне нужна твоя помощь. Друзья, по поводу интерактива. Сейчас прозвучит довольно знаменитая песня. Я думаю, все вы ее знаете. Митя Фомин, «Все будет хорошо». Знаете? Ла-ла-ла-ла-ла-лай, все будет хорошо. Все вместе. Ла-ла-ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ла-ла-ла-лай. Ну, я понимаю, что вы повторяете, все будет хорошо, все будет хорошо. Нормально, сойдет. Еще одна фишечка, да? Обязательно мы делаем ла-ла-ла-ла-лай. И когда поются строки «Направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, все будет хорошо». Влада, Влада, ты где? Я здесь, я здесь. Господи, это после песни «Полтергейст» ты такое впечатление производишь, да? Поддержи, пожалуйста. Значит, смотрите, когда у нас строки, я буду в левую сторону показывать, потому что от вас это в правую. Давайте, все вместе. Направо трудный бой. Давайте, все вместе руки подняли. Вверх подняли. Все. Я от вас просто так не отстану. Итак. Направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо. Ну что, готовы? Я думаю, нужно еще раз повторить. Давайте, Саша. Да, давайте еще раз. Я буду одной рукой, вы обеими. Готовы? Итак. Направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо. Это у нас будет такая сидячая танцевальная дискотека. Готовы? Поехали! Александр Трофимов, «Все будет хорошо». Я долго думал, кто же мы, просто пешки на доске или игроки. Но в вечном поиске любви так часто падали мы, и мир на грани войны. Поем! Будет хорошо, ла-ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел, направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо, ла-ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо, ла-ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел, направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо. Продолжаем двигаться!
Где ваши ладони? Телефоны! Ты жил, ты делал, как умел. Странно слушать то, что ты когда-то пел. Но в вечном поиске себя меняю минус на плюс. Меняю минус на плюс. Давайте вместе, друзья. Поехали! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла. Вот ты не шел, направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел, направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо. И поднимаем ручки в небо. Полетели, полетели, все вместе! Молодежь, а где ваши мобильники? Фонарики! Включаем! И еще раз все вместе. Поем припев. Готовы? 3, 4! Направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, куда бы ты ни шел, направо трудный бой, налево мир пустой, но будь самим собой, и все будет хорошо. Молодцы, друзья! Вот это я понимаю, сидячая дискотека! Но лишь с тобой снова я наивна.
скажи мне, вот что не купишь за деньги? Ну, лично я квартиру в Москве. Мне кажется, ты квартиру в Волгограде не купишь. Мне кажется, я квартиру и в Калачи не куплю. Нет, Саш, ну из ментальных вещей что вообще не купишь за деньги? А, ну, само собой, наверное, счастье. Нет, счастье все-таки купишь. Любовь. Вот чего не купишь за деньги. Согласны, друзья? Да, и ты абсолютно прав. И об этом нам сейчас споет Соломея Елуферьева. Она выступает с песней «Can't Buy Me Love». Так, я вот что-то понять не могу. А где Влада? Что? К песне пошла готовиться? Ну, собственно, это было ожидаемо. Ведь договаривались, вот, что сегодня она никаких песен не поет. Все, проводим мероприятие, и достаточно. Нет, все-таки сорвалась. Ведь ни одной песенки до этого себе не позволила. Ну, что сказать, песнезависимая девушка. Эх, ладно, друзья, встречаем на этой сцене Владлену Арькову! Он за мною, видно, шел, взял за локоть. Слушай, Люся, будет очень хорошо. Я живу в отдельном люксе. У него усы густые и глаза две букашки. И виднеются кусты из-за ворота. Десять лет сидела я у окошка на
осталось на любовь. Подарок отка от силы. Не смутился он ничуть, только глазом гладит платье. Я на вечер заплачу, сколько за год тебе платят. Я играл.